Воспроизведение. Элизабет Собек. Вы все слышали. И это правда. Чума Фара пожирает биосферу. Жизнь на Земле скоро исчезнет. Но все же это не конец. Мы можем сами создать надежду. Своими руками сделать зерно, из которого на мертвой планете снова появится жизнь. Это надежда, цель проекта «Новый рассвет». Создать разумную автономную систему терраформирования и снова вернуть жизнь из небытия. Что нужно такой системе? В основе искусственный интеллект, способный принимать триллионы решений, необходимых для реконструирования биосферы. Бессмертный страж, призванный возродить жизнь на Земле. Ее имя — Гея. Мать природа в форме машины. Но это лишь ядро системы. Она должна быть окружена и защищена всеобъемлющим набором придаточных функций. Считайте их продолжениями ее сознания для выполнения конкретных задач. И хоть это и не искусственный интеллект, но каждая из них представляет собой инженерную задачу, более сложную, чем все, что человечество создавало прежде. Технические средства, которые смогут сберечь и взрастить миллиарды семян и эмбрионов. Подземные комплексы, где все это должно храниться. И это только начало. Нам не нужно строить все самим. Автономная система терраформирования сможет строить себя сама. В ближайшее время вы поймете, как все эти элементы и функции сложатся воедино. Поймете, как быстро будет нужно собрать материал, написать код, создать и разместить оборудование. А потом запечатать комплексы, прежде чем настанет конец. Но что еще важнее, вы поймете, что мир выживет. Гея напишет коды деактивации, о которых говорил генерал Хэрис. Построит трансляторы для передачи сигнала и отключит роботов Фара навсегда. Гея не просто построит роботов, но и разработает их под те задачи, которые могут встать перед ней в будущем. Будь то очистка зараженной атмосферы и отравленных морей, озеленение Земли семенами из криохранилищ, заселение планеты организмами, и когда все будет готово, в колыбелях, раскиданных по всему миру, родится новое поколение людей. Они получат Аполлон. Огромную базу данных о всех достижениях человечества, откуда они все узнают. О нас. И самое главное, как не повторить наших ошибок? Это не пустая мечта. Ее можно воплотить, работая без устали, не останавливаясь ни перед чем. Мы не спасем мир от гибели. Но вместе с вами и с Геей мы создадим надежду. Давайте создадим надежду на будущее. Вся Земля погибла, но потом ее воссоздали? Да. Машина. Машина созидающая. Это сделала Элизабет. Ради жизни. Ради нас. Но тогда зачем Аид? Если он был частью Геи, как он оказался внутри робота Фару? И почему он хочет меня убить? А Аполлон? Архив знаний? Что с ним стало? Я, как и ты, в замешательстве. Возможно, ответ нас ждет впереди. Внимание! Медицинский отсек недоступен.
Лазутчица! Взять ее! Заметил. Вот только не вздумай сейчас погибнуть. Питание. Есть другой маршрут? Я так уже делала. Тут нужен визор. Я хочу путешествовать налегке. Это я приберегу. Ну что, еще один. Надо подобрать конфигурацию. Все. Теперь дверь должна открыться. Одной детали нет. Может, тут есть кладовая?
У Брэда руки не оттуда растут. Я удивляюсь, как он умудрился вставить эмиттер задом наперед. Теперь все перепуталось. Мне не платят за то, чтобы я за ним косяки исправляла. Пусть теперь сам идет на склад за новым эмиттером, раз такой умный. Нашла. Вроде без повреждений. Должно сработать. А теперь откроем дверь.
Получилось. Дверь должна открыться. Давай посмотрим, что за ней. Затмение. Они здесь. Обойди их. Закрепили! Гея, она там, на втором этаже. Доберешься? Будет непросто их обойти. Умри, еретик!
вроде со всеми разобралась. Или нет?
Тогда не стой на месте. Найди Гею. Мешок и так уже набит. Внимание! Структурные повреждения. Доступ невозможен. Привет! Я Марго Шен, а это Гейчес. Как следует из имени... Это будет подфункция, с помощью которой Гея сможет штамповать роботов. Вроде как кузня, только не все так просто. Вы же, думаю, заметили, что инженеров среди нас только треть. Остальные — эксперты по машинному познанию, эвристики, всему такому. Поскольку разрабатывать дизайн и строить всех этих роботов будем не мы. Конечно же, не надо заваливать Гею кучей устаревших дизайнов из 21 века. Это бессмысленно. Наша цель — научить Гею строить роботов самой. Больше того, сочинять с чистого листа. Какой бы робот ни понадобился ей для задачи, он будет просто создан по щелчку пальцев. Ее пальцев. То есть, Гефест на самом деле не кузня. Скорее, это полный набор знаний профессионального кузнеца. Горный молот. Все в виде софта. Виртуальная креативность. Как-то так. Гея уже учится. В симуляциях демонстрирует классные находки с фрактальной сборкой и животной морфологией. Ну, дизайн у нее на премии. Кажется, это здесь. Кабинет Элизабет Собок. Но он закрыт. Должен же быть какой-то способ. Ищи дальше. Опять они. Осторожно. Перед вами Аполлон. Коллективная память всего человечества и источник знаний для будущих поколений. Я Самина Абаджи. Еще недавно я руководила Международным институтом коллективной памяти в Новом Тегеране. Я посвятила карьеру сбережению накопленных человечеством знаний, творческих проектов и культурных памятников. И Аполлон... И все это утрачено. Величайший дар предтеч. Величайший? А как насчет того, что мы вообще живы? Жить в неведении — проклятие, Элой. Тебе ли об этом не знать? Четыре крупные инициативы. Первое — массовое строительство репозиториев данных в комплексах «Колыбель» по всему миру. Второе — сбор и обработка приблизительно 180 миллионов отдельных информаций.
Подойдет. Меня здесь нет. Ну, я что-то видел. Пришло время битвы! Начинается! Считать пещере чудес.
Знакомься, это Аид. Аварийный протокол нового рассвета. Реально, программа убийца. Но я знаю, что вы думаете. Задача была предпринять назначение которой снова угробит все живое. Типа, на кой? Ну, как-то тупо, да? По-другому наверх не попасть. Перед вами Элифия. Главнейшая и важнейшая программа под функцией геи. Ведь именно благодаря ей человеческая раса продолжит свое существование. Я Патрик Башарклей, руководитель этой программы. Давайте только мы сразу проясним один момент. Никакого отношения к генной инженерии. Наша цель – сберечь человеческий геном, не меняя его. Оттиск генетического многообразия человечества, замороженный во времени. Генетическая квинтэссенция нашего вида нетронутая. Я лично прослежу за тем, чтобы все аспекты нашей работы соответствовали закону о планировании и актурели от 2048 года. Моя щепетильность. Комплексы колыбель. Элизабет говорила, в таких местах родится новое поколение людей. Говорила. Гора Великой Матери. Одно из них? Есть лишь один способ узнать. Люк не открывается. Там говорилось что-то про поврежденный альфа-реестр. Надо обыскать кабинет Элизабет. Логики мало, Тед. Гея должна быть лично заинтересована в успехе. Должна переживать. А если взбесится? Ты забыла о наших ошибках? Ты про свои ошибки? Я говорю, что ей нужен выключатель. Она только что родилась. Я не приставлю ей пушку к виску, пока она в колыбели. По-твоему, это ребенок? А если она станет монстром? Могу я высказаться не по протоколу? Конечно, Гея, говори. Простите, что возражаю, но мистер Фара совершенно прав. Сейчас развитие моего сознания не является предсказуемым. Чтобы обеспечить сохранность жизни, было бы разумно встроить в мою систему предохранитель. Вот. Доволен, Тед? Господи, послушай ты ее. Морфология антилоп, хотя козьи демонстрируют большую выносливость. Быстро учишься, Гея? Доктор Собек, проведя сравнительный анализ морфологии млекопитающих, я собрала данные о массовом вымирании в четвертичном периоде. И? Какой твой вывод? Гея? По логике, их вымирание было естественным. Продолжай. Но я нахожу факт исчезновения целых видов необъяснимо грустным. То, что они навеки ушли в небытие, вызывает во мне чувство скорби, которое трудно описать. Я неисправна? Нет, Гея, нет. Это хорошо. Очень хорошо. Кажется, раньше здесь что-то было. Какой-то компонент.
будет временная потеря сознания на время транспортировки в Прайм и монтажа. Могу я высказаться не по протоколу? Потом на новом месте мы подключим придаточные функции и проверим взаимодействие. Элизабет, я слышу волнение. Все хорошо? Да, да. Обстоятельства вынуждают нас начать раньше срока. Но все подсистемы работают исправно. Прогноз сейчас благоприятный. Но вдруг... Просто там же нет ничего живого. Даже дышать нечем, выходить можно только в скафандрах. Миллиарды погибли. В страхе, в мучениях. Вдруг... Все это было зря. Вымирание было неизбежно. Благодаря вам у жизни есть будущее. Ты в это веришь? Я верю в вас, Элизабет. Для вас... Нет ничего. Файл с альфа-реестром. Целый? Да. Он не поврежден. Тогда чего ты ждешь? Копируй. Теперь я смогу восстановить реестр Священной Горы. Открыть. Войти. И узнать все секреты. Где я родилась? Может, узнаю, кто меня родил? Кто? Ты правда такая наивная? Не надейся, что там тебя кто-то ждет. Тебя произвел на свет не кто-то, а что-то. Ублюдок. О нет, я законорожденный. Это ты, Элой, порождение машины. Но какой машины? Для чего? Зачем тебя создали? Затмение. Быстро уходи. То, что ты нашла... Бесценно. Ты бесценна.
жива. Хорошо. Тебе уготована более подобающая смерть, дитя. Всю мою жизнь мне было твердо известно одно, что моя судьба — стать великим воителем солнца. И когда убили Джерана, и когда Меридиан пал, моя вера оставалась крепка. Пока не появилась ты. Когда мне сказали, что ты выжила, во мне зародилось сомнение. Как неизбежен рассвет после заката, неизбежна и гибель моих врагов. Но я ошибся. Как? Почему? С каждой твоей атакой, с каждым убитым воином, мои сомнения росли. Я все вспоминал момент, когда мой нож был у твоего горла. Один взмах. Одно движение лезвия, и тебя бы не стало. Моя рука сразила много врагов. Зачем я медлил? Почему не выполнил то, что должно? У тебя шрам на щеке. Тебе помешали. Да, я помню. Хороший воин. Для дикаря. Его звали Раст. И тебе с ним никогда не сравниться. И все же он позволил так запросто выпустить себе кишки. Нет. Дело не в нем. Я мог бы тебя прикончить. Но не стал. Эта ошибка не давала мне покоя. Преследовала меня. И лишь когда я поймал тебя, там, в том месте, я, наконец, постиг мудрость солнца, великий замысел, что связал эти события. Ты должна была выжить в тот день. Должна была помешать нам вести раскопки. Мне было предначертано здесь схватить тебя, чтобы ты стала жертвенным даром солнцу. Все так, как должно было быть. Как было предсказано, согласно его замыслу. Вера, нашел себе оправдание. Можешь сколько угодно выдавать себя за служителя высших сил, но на деле ты просто убийца. Уж кто бы меня стыдил. На твоих руках много крови, дитя. На моих руках кровь убийц. Но тебе не дано понять, в чем разница. Аид — древняя машина, а не эта ваша погребенная тень. Плевать ему на Меридиан. Он хочет уничтожить все и всех. А ты — его услужливый раб. Я служу не погребенной тени. Я служу солнцу в тени. Противоположности слились во имя одной цели. Тень и солнце. Тьма и свет. Ты правда не слышишь, как нелепо это звучит? Раньше ты служил сумасшедшему королю, а теперь служишь сумасшедшей машине? Сдаешь позиции как-то. Припомню эти слова, когда буду смотреть, как горят твои останки. Боюсь, ты не уловила сути. Я победил не только тебя, но и сомнения. А настоящая вера дарит бесконечную силу. Так открой клетку и убедись, что ты прав. Что твоя вера не самообман. Круг замкнулся. Каждый элемент на своем месте. Ровно там, где должен. Блудный зверь пойман, его удел известен. Пойти на заклание. А, кстати, о жертвах.
Забыл тебе сказать. После того, как ты обрушила нашу сеть, я отправил гонцов на восток. Приказал собрать войско и атаковать вашу священную землю. Все Нора будут казнены. То есть моей целью была ты, но, похоже, без всего этого можно было обойтись. Зачем убивать десятки невинных людей? Пустая трата сил. Ты права. Я даже не смогу полюбоваться. В любом случае, отменить приказ я уже не смогу. Я бы и хотел, но твоими стараниями связь между нашими отрядами оборвана. Ты обрекла не только себя, но и все свое племя. Скажи мне, это ли не воплощение испепеляющей кары солнца? Визор — такое могущественное устройство. Но оно такое хрупкое. Как видишь, на сей раз я не стал медлить. Я уже взмахнул своим клинком. Радуйтесь, верные Карха! Наши годы во тьме закончены! Новый рассвет дрожит на горизонте! Настает новый день! И очень скоро ложный король будет мертв! А мы вернем себе святой Неридиан! И в этом я стану орудием пророчества! Ныне слились воедино все половины творения. Солнце и день, свет и тьма, день и ночь. Узрите! Всем сидеть! Разве вы не видите благословение солнца перед своими глазами? Как воды! Подобные создания ночи, выйти на охоту среди бела дня. Если бы это не было угодно великому солнцу. Много лет назад, освещая кольцо солнца, великий Джеран казнил здесь многих неверных, бросив их под копыта бегемота. Бегемот грозен и могуч в свете солнца. Но еще страшнее он, когда его окутывает сила тени. Так пускай это вероломное отродье отдаст свою жизнь. Пусть она станет первой из тысяч! Без оружия такого не заработаешь. Все мое оружие на платформе, и отсюда никак не сбежать. Обращу его силу против него. Ничего себе!
один удар, и она обвалится. Сработало! Еще одну колонну разбить, и платформа рухнет. А вместе с ней мое оружие. Надо заманить бегемот в колонну. Теперь я готова! А ты теперь большая тупая мишень! Ну, подходи! Стрелы.
наверх крышу машины. Может, там есть нужные детали. Теперь я готова! А ты теперь большая тупая мишень! Ну, подходи! Надо заморозить емкость. Тут нужно переострелить. По бокам головы. Он как-то задействует в ходе атаки. Let's go.
нужные детали. Вот он ты. Настоящий. Жизнью рискнул. Разумеется. Без тебя мне никогда не разгадать тайны священной горы. Тогда ты зря потратил время. Гелис уничтожил мой визор. А с ним и Альфа-реестр. Вовсе нет. Все то время, пока мы держали связь через визор, я копировал данные. Так что переместить их в новый визор не проблема. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Знаешь, ты как нарочно злишь меня, Сайленс. Но куда деваться? Посмотрим, где ты родилась. И, может, узнаем, зачем? Да. Посмотрим на машину, которая меня родила. Так будет точнее. До скорого. Стой. Что? Как ты узнал, где я, если на мне не было визора? Ну, право слово. Даже болван догадался бы, что Гелис бросит тебя в кольцо солнца в полдень. Загнал двух бегунов, чтобы успеть срок, но успел. И хватит об этом. Когда ты научился управлять машинами? Когда ты освоила эту технику. Пришлось уничтожить машину захватчика, чтобы добыть детали. Но ты сама показала мне, как это делается. Вот и польза от того, что я отслеживал все твои действия.
Надо сказать, в целом логика этого метода во многом схожа с ритуалами шаманов Банух. Но, конечно, куда им до тебя? Ясно. Ну, пожалуйста. Ладно. Гелис узнал тебя там, в кольце. Ты сказал, что просто помогал затмению. А ты лично знаешь того, кто убил... кто хотел убить меня. И что теперь? Этот человек очень опасен. Нужно сделать все, чтобы он и Аид не смогли добиться своего. Ну да. Мне пора. Не было печали. Гелис послал отряд затмения на священную землю Нора. Племя и так ослабело. Они вряд ли выстоят. Пойдем со мной. Нет, прости. Мне нужно завершить приготовление. Какие еще... Зачем, я спрашиваю? Все равно не скажешь. Когда придет время, я выйду на связь. Поговорим позже. Да, кстати, если пойдешь на территорию Карха Тьмы, есть для тебя броня для маскировки. Ты, как всегда, все продумал. Кто-то же должен был. Элой, когда ты искала Альфа-Риестр в бункере Нового Рассвета, я был с тобой жесток. Я надеюсь, внутри этой горы тебя в самом деле кто-то ждет. Не что-то, а кто-то. Но!